части генерала Болдина теснят дивизии врага, отбрасывая их от Тулы. Гвардейцы генерала Белова на плечах отступающих немцев подходили к Сталиногорску. Генерала Лилюшенко устремились к Рогачеву. Забрасываются парашютные десанты.
Парашютисты-лыжники нарушают коммуникации, наносят удары по врагу с тыла, отрезая пути к отступлению. Бойцы частей генерала Кузнецова приближались к яхраме. В центральном Можайском направлении ведут наступление части генерала Говорова. Thank you.